Вот тут блин сейчас очередной серии Мёрдо. И сегодня я скажу о своем пяти той Апарт с альбомом Эбби Эссел Адреми. Это ремейк альбома Монолог Труппы. Качественная запись, качественный вокал на английском языке. Скрывать не буду, здесь покажу, как он издание. Это переиздание 2020 года. Сегодня 1 марта 2020 года. Вот так выглядит диск. Издание диска. Офигенное издание, дорогое. Диск стоит 100 гривен. Я его выставил на продажу сегодня. Вот. В записи принимали участие я, Пэтрик и Редослов на вокале. Все. Переходи по ссылочке внизу под этим видео на мою страницу на Facebook и читай об этом альбоме более подробно. Я расскажу в своей статье очередной о моем проекте «Той Апарт». Повторюсь, вот предыдущего выпуска не было, потому как я болел, да, и мне некогда было не было сил пойти и сделать, так сказать, распечатать альбом. Вот. Ну, бывает. Вот. Кстати, какой-то у меня на канале завелся глист. Эй, ты глист, я к тебе обращаюсь. Что ты мне ставишь дизлайк? Ты только один глист. Один какой-то. Еще только не разместил ролик, уже какой-то глист ставит мне дизлайк. Ты че, дебил? А? Ты хоть бы коммент какой-то написал, что ли? Обозначился. Я тебя забанил бы нахуй и все, блядь. Ты дебил, блядь. На, пососи. Конченый хуй ты, блядь. Понял? Вот ты что, на. Соси. Все. Это только к тебе относится глист. Вот, остальным всем пока-пока. А ты, глист, ставь свои дизлайки, мне на тебя похуй. Вот, все, пока-пока. And I've been there. Was killing a lot for money and joy. Was watching the death in various skies.